расположенный на реке Дунай-Нойбург, считается одним из красивейших городов Баварии. Улицы и площади верхнего города сохранили атмосферу тех времен, когда город был резиденцией герцога. На это же претендуют верхние предместья. Первый центр контрреформации, женский монастырем Урсулинок, домами богачей и дворцами придворной знати. Вдоль Дуная протянулся английский сад, парк, через который проходит дорогу к замку Виттельсбахов 16 веков, расположенный в соседнем городе Грюнау. В XIV веке верхний город был окружен стенами с башнями и галереями. Сохранилась значительная часть верхнего города – верхние ворота. Их перестроили в 1530 году, возведя по сторонам круглые башни, увенчанные крышами в стиле Ренессанс. В Баварии найдется немного городских площадей, более красивых, чем Карлсплац. В центре площади, окруженной деревьями, располагается колонна Девы Марии и фонтан. Над площадью возвышается фасад дворцовой церкви, занимающий всю восточную сторону площади. На северной стороне площади стоит здание ратуши в стиле Ренессанс, построенное в 1603-1609 годах. Его наружная лестница с двумя крыльями ведет к большому холлу на первом этаже. Рядом с ратушей стоит такси-хаус, названный по имени семьи Турн und Таксис. Дом построен в 1747 году. Его фасад украшен причудливой многоцветной лепниной. Далее располагается дом Циглера с красивыми решетками из кованого железа и элегантными воротами. На западной стороне красивый дом Лури и здание библиотеки, фасад которой в стиле рококо обращен Камалин-штрассе. Оно было построено в 1731-1732 годах, а в 1802 году сюда была перевезена мебель из библиотеки монастыря Кайсхайм.